Всем привет, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость в Алании», «Парадайз Алания». Итак, дорогие зрители, у нас также есть канал в Телеграме, можете спуститься вниз, посмотреть в описании и перейти на наш канал, там у нас также горячие предложения. Дорогие зрители, приехал я в центр города, в район Гюллер-Пынары. Тут в люксовом проекте со всей инфраструктурой открытого бассейна до закрытого бассейна продаются две квартирки у меня. Одна эта и одна мебелированная, которую я вам не покажу. Эксклюзивный вариант. Итак, 1+1. На среднем этаже. Сюда становится проточен водонагреватель. Вот у нас гостиная, совмещенная с кухней. Один балкончик и один санузел. И спальня. Спальня у нас ровно 9 квадратных метров. Вот вид на дорогу и на деревья. Двери закрыты. Термопакет окна. Использованы качественные стройматериалы. Да, алюминиевые. Вот. Здесь у нас огромный большой бассейн в длину. Там детский бассейн. Также я спущусь вниз, но проект еще не готов. Где-то займет 2 месяца. 2 месяца, чтобы проект был готов. Покажу вам снаружи, потом пройдусь к морю. Так. Гранит. Проверим качество с доводчиками. Итак, у нас дверь открывается при помощи чипа. Чип ставишь, и двери открываются. Закрою двери. Сторона здесь западная, северная. Так, здесь темновато будет, надо фонарик включить. Там, пока свет не врубили. На этаже у нас 6 квартир. С этой стороны 2 лифта. Видите, один здесь, один тут. 6 квартир там, 1, 2, 3, 4, 5. 12-13 квартир на этаже. Так, повернем камеру. Спустимся вниз. Строительство продолжается. Очень хорошее месторасположение. Айдат где-то будет, наверное, 40-50 евро. Потому что есть вся инфраструктура. Так, здесь не то. Я здесь не видел, что будет, как будет. Но приблизительно. Бассейн. Итак, спросил я, бассейн будет вот здесь. Крытый бассейн будет в этой стороне. 2 месяца, говорят, сделаем. Ну, скажем, крайне 3, максимум 4 месяца все доделаю. Быстро строят тут у нас, оказывается. Выйду я во двор. Ага, эй. Так, у нас
Тут пока пандус, чтобы пройти. Потом, наверное, какая-то дорожка есть. Да, вот у нас здесь лестники, ворота вот с той стороны. Вот такой фасад здания красивый. Море у нас на расстоянии 400 метров от этого места. Пройдем здесь. Вот уже 5 минут снимаю. 5 минут 37 секунд. Посмотрим, сколько метров до моря. Генератор уже купили. Кого интересует там недвижимость, земельный участок, вилла? Виллу я редко снимаю, потому что много времени у меня забирает, пока я поеду, найду ключи туда-сюда. А так, если вы приедете с запросом, что Майгаси, найди мне виллу, я вам ее сразу найду. Потому что вилла редко на продаже, она разная, эксклюзивная. И при приезде сюда желательно заранее мне написать, что Агаси, у нас максимальный бюджет такой. Я выше этого бюджета вам искать не буду больше ничего. Ниже буду искать. Расходы на оформление толпы выходят, от, все зависит от квартиры, от 500 евро до 1200 евро между ними. Электричество. На данный момент, если вы будете пользоваться кондиционером постоянно, то на 1 плюс 1 месяц будет приходить вам 350-700-800 лир, турецких лир. Вода 60-200 лир, если постоянно будете купаться, там, принимать душ. Ага. Рядом есть магазинчики. Там с той стороны сеть магазинов Мигрос. Место расположения очень хорошее. Все в шаговой доступности. Также с этого проекта легко дойти до торгового центра Аланиум. Тут рестораны известные как Паша, Ле Ман Культур. Анжелика, кажется, была какая-то еще. А, здесь очень хороший пляж. Илдес Бич. Чемян отель. Вот. За 3 минуты я дошел до этой дороги. Надо сейчас обождать и покажу вам пляж. Вот у нас крепость Алани. Отсюда видно Айлав Алания. Увидели? Перехожу дорожку. 3 минуты до этой дороги и отсюда до моря, до воды, где-то минутка максимум. Да, Анжелику. Ресторан. Не закрываем ролик. Смотрим до конца. Вот такой вот ресторанчик. Jet Sky. Тут в каких-то частях есть плиты, в остальных местах песок. Вот центр города, шаговой доступности. Там галька.
Все, дорогие зрители, если вас заинтересовала эта квартира, главное, скажем цену. Цена квартир 120 тысяч евро. Две квартиры у меня. Так что звоните. Плюс 90 555 064 91 10. Пардон. Здесь, оказывается, мотоцикл приезжает. Такой ресторанчик с медвежатами. Видите, да? Куда залезли медведи. А, какая красота. Будете жить около этого ресторана. Каждый день приходить здороваться с мишками. Целовать щечку. Так, здесь также интересный ресторан. Так, Le Mans Culture. Тут тоже вкусно. Интересно, напитки у них. Там еще какой-то ресторан. Здесь пляж покажу вам. Отсюда переживать живые музыки. Музыка по каким-то дням. И пляж там. Все, пока-пока, дорогие зрители.